Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Игорь, и мы играем в Gran Turismo 2. Сажусь поудобнее и начинаем. Так, ребята, мы на пятом месте. Это плохо. Машина своя травма. Что делать?
Так-то я уверен, и это просто она. Ты самоотверженный, по сути. Это плохо. Если игра зависит, то не обессудьте. Благо, что не зависло. Так, еще раз снижение массы. Третья стадия. Так.
Да. Что, все хуже и хуже мои прохождения стали со временем. Потеряно. Говорится, говном считается того, что которое вообще не хочет участвовать. Это хоть как. Хорошо слышно. Отпишитесь в комментариях. Вообще тяжело управлять.
не так тяжело, как Европа. Потому что Европа вообще говно по сравнению с этой машиной оказалась. Трасса довольно сложная, просто выиграть тут вряд ли возможно на такой машине. Нужно тачку понормальнее. Это выглядит как пьяную корову больную. Прижимайте меня к бордюрам.
сидят как будто на анаболиках. Как он так уверенно получается на таких машинах ездить? Нет, туда надо только на GTR приехать. Нет, туда только на GTR. Больше никак. Доджи это было, о, как тяжело. После самого это вспоминаю. А так как я на Скайлике, это вообще легко. We'll be right back.
Так, Лотус Европа. Да, вот об этом я говне вам говорил. Европа более дешевый экспортный вариант, используемый двигателем. Коробку передач Renault 16 для достижения рабочих характеристик, подобных Elan. Вместо подобной Elan Европа так имеет основную раму и стекловолоконный корпус. Он соответственно легче и меньше четырехцилиндровый двигатель. Вырабатывает всего на 82 лошадиных сил на 6000 оборотов в минуту. Легкий вес и полностью независимая подвеска делают Европу легкой, управляемой, легким неуправляемым автомобилем. У Европы хорошая аэродинамика, однако высокая задняя панель значительно ухудшает. Двигатель сиденья стоят на гоночных и греется лишь только педали, руль, но не сиденье. Позднее Европа для лучшего обзора убрали задние панели и сделали регулируемые сиденья. И что самое важное, после 1971 года используется такой же двухкамерный, так, 1,6 литровый двигатель, как и в других моделях Lotus. Все это помогло достичь небываемой мощности в 113 лошадиных сил. А тут 125 лошадиных сил. Ясно. Ладно, ребята, с вами был Игорь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока.